да, с замедлением. Что замедление? Идет запись. Наверное. Идет. Да, идет. Посылка пришла сразу с торчащими зубьями вилки. Вот, также вот эти пробоины были. Кто-то заглядывал. Возможно. Так, имеется пенопласт. Видимо, ее пинали, потому что пенопласт треснул. Бокнулся. Встаем. Это пенопласт или он? Он сломанный. Да. Сломанный. Не страшно. Эй! Не страшно. А вилка что там? Очень да. Скользкая. А ну. Очень скользкая, и надо отметить, очень легкая. Я даже на почте перепроверил. То ли мне дали. Там, видимо, вилка еще будет. А, нет, ну вилка. Упираться. Так. А если просто ее, да, вот так вот. Вы попробуйте. Выпало. Вот, вот еще запчасти. Так. Собственно, вилка отцепилась, да? Так. Самое главное. Стекло. Целое. Ну, ты вторую сними. Ну. Там ничего не осталось. Есть. Тут пусто. Тут остался один пенопласт. Ага. Смотри, целостность, да. Целостность. Ну это да. Скотч, но это мелочи. Очень легкая. Mm-hmm. А ну сразу сними, вот видишь, выбоины. Mm. Где-то она была повреждена. Может, под эти три вилки как раз. Нет. Ну, в принципе, целая. Работоспособность опробуем позже. Маленькая. В комплекте идет. Ну, вон, прихватка. Прихват. Так понимаю, инструкция. Полочка. Да, полочка. И вот. Жаровня. Жаровня. Ну, все. А ну, раскрой. Целое. Непонятно, нет. Целое. А вот то, что задняя стенка. Чуть-чуть, понятно. Да, задняя стенка, конечно. Вот. Хорошо. Все. Так, тут все китайское. Да, конечно. Все. Да.